Так, все. Шкода Йетти. Еду на ней. Небольшой обзорчик сделаем. Ни разу на этой машине не ездил. Знаю только, что рейка тут космические деньги стоит. Эх. На автомате все дела. Опа-на. Ремень пристегнут. Что-то как-то непонятно. А. Что-то как-то специально пристегнули, чтобы, видимо, не пищал. Так, давайте, что у нас тут заведем. Ну, печка зажужжала, ну-ка. Ну, сочет. Все четко. Вот. Что-то с рейкой не то. Либо с мотором. Необходимо ТО. Потолки довольно высокие. Прилично здесь еще высоты-то. Так, где у нас тут горячее-то? Потеплей. Коробка ДСГ. Автомат. Вот, инициалы. ДСГ. Магнитолу включать не буду. Когда шумно, мне не очень нравится. Так, по-тихому или вообще не включать. Люблю так ездить. Потолок пипец. Придется чистить. Пятна, видите, какие прям. Колеса прям об сиденьку трутся сзади. Ну вот, ладно. Ох, нифига себе. Кто-то клеил хромовой пленкой, да. Вот, весь кантик пластмассовый в хроме. Да, пленка вот эта вот блестящая. Так, ну-ка, как у нас коробка-то не пинается? Нет, ничего вроде. Нормально. Руль горит. Это вот этот шум и есть. Слышно, нет? Ну как, такое невозможно не услышать. Не, это руль все крутится без проблем. Но что-то с гидроусилителем. Точнее, скорее всего, с электромотором в рейке. Не знаю, электромотор там стоит. Ну, по-моему, да. Или не электромотор. Ну, неважно. Короче, что-то в рейке. Уже разбирались. Вот он стучит даже, слышите? И вот эта хрень стоит 20-30 тысяч. Можно, конечно, так, 25 новая, по-моему. Бушка, дай бог, за 15 найти. И отдельно этот мотор в рейке, он не продается. Так что вот такая проблема на Йетти. Ну, в остальном, в принципе, нормальная машина. Сейчас поедем, узнаем. Ну-ка, а лифт сидений-то? А, вот рычажок, лифт сидений есть. О! Видно, как я поднимаюсь? Оп-оп-оп-оп-оп. Ой, бежит. Ремнем сдавило. Ух, ё. А, ремнем сдавило, пока лифт сидений делал. Наверх поднялся, а теперь надо... О, шикардос. Теперь вижу сверху все, дорогу. Вот в этом плане мне Ваги нравится. Лифт сидений. Удобно, кстати, комфортно. Так, все, тронулись. Поехали. Ну то, что вот, блин, руль этот шумит. Это пипец, не очень приятно. Но ладно, починим. Так, я уж ехать-то не помню куда. По-моему, налево. Вроде налево. Так, сейчас я вперед машину пропущу. Поедем за ней. Что случилось?
Слышно? Ладно. Шутки шутками, а безопасность превыше всего. ДСГ. Не знаю, ДСГ вообще коробки не хвалят. Да, ошибка горит по рулю. Ну, пока не исправишь, так и будет, конечно, гореть. Блин, дорога здесь тоже, как в городе у нас, вот такая же дорога. Только там асфальт, а здесь проселочная. Блин, носятся тут всякие, блин. О! А, бензина мало. Загорелся датчик бензина. Ну, там еще нормально. Он загорелся, потому что на красное деление попал. Блин, вот что шикарно на автомате, то, что у вас все время руки свободны. А механику надо постоянно переключать. Ой. Вот это ямы. О, прет-то, смотри. Блин. Сейчас я вот эту машину отпущу. Вот, нормальный асфальт. Видно? Тахометр. Погнали. О, все приняло. Давай, давай, родной. Нихера себе. Ой, дальше не смог. Но он тянет прям вообще здорово. Блин, такие вот повороты опасные, затяжные. Здесь надо скорость обязательно сбавлять. Нафиг, еще улетишь куда-нибудь. А места, ребят, здесь нормальные. Поля, свежий воздух. Ох, я напылил, конечно. Рядом никаких заводов. Так, что-то какие-то землянки вон есть тут. Давайте обгоним ее. Блин, здорово, Ох, я не буду скорость говорить, но при обгоне он дает жару. То есть вы свободно обгоните автомобиль. Не знаю, что за мотор здесь. 1.6, наверное. А может и 2 литра. Хотя хрен его знает. Так, ну что нам, куда? Дальше разгоняемся. Вот, обходим вот эту вот ДЭУ. Давайте. Опа-на. Четко едет, несмотря на то, что стрейка что-то у нас, но проблем нет. Там просто мотор поменять, то, что там гудит, скорее всего, подшипники. И все, будет окей. Ремонт дороговато, но что ж делаешь-то? Так, и что, куда нам? А, нам. Нам сюда. Завод какой-то бетонный. Недавно построили, да, вот и щебень, и песок у них, все в одном тут. Поворот, кстати, нормально вваливает. Но я имею в виду не скорость, а прям не соскальзывает ничего, ветром ее не сносит. Он сейчас сзади, в заднем зеркале вида, смотрите. Мериндос летит. А вам не видно? Сейчас его покажу. Отличная тачка. Опа. Фоматик или что-то там такое, да, вроде. S500, что ли? Так, обгоняем фуру с дровами, вот с этими, с деревом. Кто смотрел пункт назначения, вы знаете, про что я говорю. Вот за такими очень опасно ехать. Потому что вот эти вот деревья в пункте назначения, они падают.
и прямо вам в лабаш вашу тачку просто сминают. Короче, что по машине? По комфорту. Блин, вот мне даже поясница не устала. Все четко. Тут еще и поддержка поясничная есть. Что-то он на красный еще прет. Кто-то, блин. Алкоголики, да? Он идет. Принимает она мотор. Везет хорошо, едет здорово. Не бьет ничего. Единственное, что-то это косяк с рулем, все починить. А так можно брать. Единственное, что сейчас на всех машинах, на новых, которые там, не знаю, после 2000, там, наверное, 7, 8, 9 годов, они уже лакокрасочное покрытие. Ух, нихера себе. Чуть газку дал, она... Ох, нифига она дает. Да ну на... Да, не будем рисковать. Так вот, про машины. Единственное, чело, как раз покрытие у них сейчас говняное. То, что краска облезает. Кто-то и без не грунтует даже кузова, ничего. Да, вон пробка какая-то образовалась. А, здесь он рабочие что-то делают. А, понятно. Железнодорожные пути меняют. Подушки вот эти резиновые. Что-то там пробрямка у меня, говорит, что ты снимаешь-то, едешь. Имею право. Кому нравится мой канал, ставим лайк, подписываемся на него обязательно. Друзья, все, приехал я в точку Б. Хотел один нюанс такой сказать. Что мне не понравилось в этом автомобиле. Да знаете чего? Ну, видимо, коврик не родной лежит, потому что у меня нога на педаль газа нажимала и как будто что-то мешало. Я сразу не посмотрел, да, тут ковер, это не оригинальный. Но суть-то не в этом. Сама педаль вот эта вот мне не нравится. То есть вот у меня нога вот так лежит, и мне как будто, вот, знаете, недостаточно прожать педаль, как будто усилие большое надо приложить. Хотя можно вот сюда, наверх нажимать, но у меня... Нога не такая большая, у меня 44-й, здесь, наверное, 46-й, блин. Лучше всего, когда педаль вот такая вот, то есть сам рычаг педали, он вверх идет. А здесь вот, то есть здесь упор, и получается сверху педали у нас управление, ну, нажимайте. Мне так не нравится, то есть у вас сам ход педали, он с середины начинается, и тяжеловато получается. Ну, короче, кому чего. Но мне это не понравилось.